Всем привет! Я все-таки пошла в магазин за помадкой. Не знаю, конечно, остались там еще остался тот оттенок, который мне нужен или нет, будем надеяться. Поеду в подружку, там скидка 20%. И как раз эта помада по очень хорошей цене. В общем, у нас погода отличная, солнце светит. Единственное, что ветер такой холодненький, колючий. Но, в общем-то, поедем. Поеду сейчас на маршрутке, а обратно вернусь на метро. В общем-то, вот, сейчас покажу. Смотрите, голубое небо, солнце, красота. Тут маленечко тучечки, но все равно. Прямо с солнышком и жить хочется. Кстати, я сегодня таблеточки не выпила, ну ладно, это мелочь. Дорога, конечно, опасная. Всю неделю была оттепель, а теперь морозец легкий. И, собственно, под ногами гололед. Маршрутчик стоит. 70-я. Сейчас сяду. И, собственно, доеду. Ну все, я на Минина. Хотела маршрутки поснимать. Ну там так хорошо, красиво поднимается. Как раз вид на Кремль. Но там такие стекла, солнечный свет не проходит. Поэтому я уж не стала ничего снимать. Сейчас здесь на Покровке. Так красиво, солнышко такое в облаках. Прикольно. Сейчас здесь что-нибудь поснимаю. И в магазине тоже. Красивое небо. Красивый кадр какой. Так, переходим дорогу. Украшения все эти новогодние еще не сняли. Может быть, они так и будут здесь висеть до весны. Еще вот такая Покровка. Магазин бы не пропустить. То сейчас пока тут снимаю, мимо пройду. Наш драмтеатр. Пойдемте посмотрим, что там будут показывать в феврале. Может, сходим? Такой вот репертуарчик в феврале. Красивенько тут. Но вечером, конечно, когда это все горит, мне больше нравится. Голубое небо. Так приятно тебя видеть. Вот она. Идем в подружку.
эти птички. Вот в комедии. Репертуарчик. Да-да-да-да. Пойдемте посмотрим, что там в художественных промыслах. Что-то я давным-давно там не была, может, что-то интересненькое есть.
красота, конечно, неземная, но дорого, дорого, дорого-богато. Ну, так чисто посмотреть, что и как нормально было, интересно. А вот и экскурсия. Надо будет посмотреть, может быть, что-то прикупить. Катушки, мурка. Так, ну все, солнце спряталось. Опять снова грустненько и печаль. Я приехала на Мещерку, доехала на этом самом, на метро. Не стала возвращаться опять на маршрутку. Хотя подружка ближе, конечно, к остановке маршруток. Но думаю, ладно, я прогулялась по Покровке. Потом, конечно, месиво. Месиво, вообще неудобно ходить. Ну ладно, прогулялась. Часика три погуляла, помадку купила. Зашла в магазинчики. В общем, вот так вот. Прогулялись немножечко. Все, надеюсь, что будет... что-то получится, потому что я там снимала в магазине, там какие-то бешеные компании, какая-то дикарей бегали по магазину, как сумасшедшие, как будто никогда не видели ничего. Вот, наверное, музыка это все перекроет, потому что там, ну, жесть, конечно. Вот, такая вот субботка. Все, всем отличных выходных, завтра я буду целый день спать, есть, отдыхать, в ванночке полежу, масочек сделаю всяких разных, в общем, будет кайфушки, отдыхаем. Все, всем отличных выходных. Я уже попрощалась, но смотрите, как красиво, какое красивое небо. Класс.